I'm from Ukrainian town Poltava. I have two daughters. I am hairdresser. My work in hairdresser. We have a plan for my life in Ukrainian. I have a lot of friends. Of course, it's very hard to close it everything and to go in another one country. And this in country, I am alone. I have telephone. I have my daughter. I don't know when this war finish, how I come back, because everything is dead. A lot of people dead, town dead, house dead, everything is dead. I need to be strong in Finland. Я не хочу рассчитывать на помощь государства. У меня есть руки, ноги, голова, ум. В дальнейшем найти работу и работать. Поездка была очень тяжелая. Выбрала путь автобуса до Львова. Поездка длилась 26 часов. Благодаря людям, которые волонтеры помогают, мы сели в автобус и нас довезли до границы с Польшей. На границе с Польшей в интернете искала, как можно добраться до Финляндии. Я нашла попутчиков, которые везли гуманитарную помощь для Украины в Польшу. Они оставили там свою помощь и возвращались обратно в Финляндию. Они нас забрали. Мой муж остался в городе, помогает теробороне. Они укрепляют город. От Харькова мы недалеко, это где-то час-полтора часа машина ехать. Если Харьков не выстоит, следующая Полтава. In Finland now I can sleep. Конечно, я здесь в данный момент я нахожусь в безопасности. Но мои родственники, моя семья осталась там.